Так, ну у нас малышка уже восстановилась. И тут прибежало тело. Это кто у нас? Часовой. Тоже, кстати, с топовым мечом. Сейчас мы с ним разберемся. Мы полностью, конечно, там еще не успели были восстановиться к тому моменту. Малышке грудь, кстати, почти пробили полностью. А знаете, что мы сделаем? Малышка сейчас скинет оружие. И разберется с ним на кулаках. И доска может тоже сразу скинуть оружие, потом подберем. Тоже разобраться на кулаках. Они же у нас мастера боя. Ну, должны быть мастерами боя, по крайней мере. Что-то пока этот часовой все блочит. О, ну сейчас все, сейчас он будет уже калечиться. Все, положили. Ну и опять придется ложиться восстанавливаться. И одному, и второму. Опять это же тело приходит в себя. Ну, сейчас мы разберемся с ним. Тоже по-быстрому разобрались. А доска идет спать. Бегом. А мы сейчас этого лутанем. Ой, не, доска спать. Это малышка будет его тут лутать. Боевой тесак. Пробитие доспехов плюс 30. И, наверное, оставим его. Через альт правой кнопкой забираем и ложимся отдыхать. И доска пускай тоже идет, забирает это. Все. Теперь можно спокойно восстанавливаться. Итак, не спеша. Отлежались наши персы. Теперь мы можем их поднимать. И я думаю, пора спускаться ниже и заниматься грабежами, наверное. Вскрываем замок. Кто там раньше придет? Тут всякие святые книги. Маленький мальчик, которого расчленили скелет. Бестселлер номер один среди детских книг на сегодняшний день. Нормально, так. Тоже книги. А что это такое? Каты. Каты — это как раз денежка. Нитка с катами. Так, 460 катов добавлено. Скрываем замок. Ого!
Сколько всего? Что это такое? Жемчужная подставка. Жемчужные вазы. Шаурмы много, кстати. Наберем, наверное, шаурмы на покушать, на потом. Тут тоже брать ее некуда. Ну да. Разве что что-то выкидывать. Можно, в принципе, вот это сюда поставить. Но... Ага. Вот это сюда можно поставить. Тогда можно забрать вот это. И первое время вроде как еды будет хватать. Так, что это такое? Тут ничего. Через альт топливо, кожа, чашка, грок. Я даже не знаю, что мы вообще планируем украсть. Чего нам еще не хватает? Только деньги, наверное. Так, выбираем обоих. У нас тогда это здание было заглючило. Я сейчас сохранился, перезашел. Вот. И теперь мы можем освободить раба. Отпереть кандалы. Как теперь открыть клетку, говорит. Вскрываем замок. Я свободен. Освободить. Я отсюда, говорит, сваливаю. Ну, сейчас наших покачаем немножко и с этими инструментами воевать, а то они не умеют. О, первый раз прорубили. Молодцы. Тренируйтесь. Пока терпимо. У нас со Святой Нацией теперь будет полноценная война. Эти очень плохие отношения. Сдавайся, говорит, злу здесь нет места. Ну а то, что тревогу они подняли, не страшно. Тут один есть инвалид, который стоит на воротах. Вот, вот это защита нации, понимаете? И мы нарушаем закон. Ну, закон этой нации, рабовладельческой. Какое оружие у нас качается? Не знаю, тяжелое, может, оружие считается, нет? Это рубачи, наверное. Да, это, скорее всего, рубачи. Все, этот сбежал, наверное, да? А, не, смотрите, он тут подлечивает всех. Беглый раб. Как получить награду, говорят. За голову этого персонажа назначена награда. Проверить, есть ли на ком-нибудь награда, можно в панели их состояния. Что у него есть? Да ничего интересного. Пошли вскрывать сундуки. Этот сундук пустой. Двумя сразу, причем можно тоже обобрать. Пустой. Пустой. Вот это можно проверить, тоже пусто. Что у нас тут? Разводники, да? Второй этаж. Что там есть? Тоже можно проверить. Немножко.
Тут везде пусто. Съедобный брикет. О, инвентарь забит. Просто забит. Выходим. Идем тогда еще сюда. Угу. Опять этот глюк вылазит. Тут ничего интересного. Скрываем замочек. Тут замочек неплохой вроде. Но две головы лучше, чем одна. Толпой быстрее взломают. Разная мебель. Чертеж для исследований. Опорная балка ржавая. Балка, уборная. Забираем этот чертеж. Возможно, в будущем он... Кстати, тут стоит одно тело и просто наблюдает за тем, как мы воруем. Сейчас надо с ним разобраться. Рубач. Да, это рубачи. Наши учатся рубачами работать. Но урона рубачами они меньше наносят, чем когда они дерутся кулаками. Но зато так они могут защищаться. А так только уворачиваться. Опа, рубанули. А у него что было? Ничего интересного. Аптечек можно набрать и... Хватит этого. Так, обобрать. Электродетали, артефакт. Книга из университета, машинистов. Я думал, это что-то редкое. Оказывается, что нет. Пусто. Кожа. А таскать? Как он это таскать будет? Непонятно. О, награда уже не 10 тысяч, 11. За малышку. А за это, за доску 12. Нормально. Ну все, делать тут больше нечего. Можно разве что еще разок этому навалять. Только знаете как? Кулачным бой... А, ну не-не, тогда не, пускай не трогают. Уходи. Стоп! Тут тело пришло в себя. Село за арбалет. Сейчас мы этому телу наваляем. А малышка где-то выкинула свой инструмент, да? Ну да. А где она его выкинула? Тесак-то там, ну, такой нормальный был. О, сюда подмога пришла. Святая нация, караваны. Поднятая рука. Так, а на улице меч мы не оставили. Поднятые руки только. Короче, она где-то посеяла.
Достаточно хороший мечик. Ну и ладно. Даже два, получается, она посеяла. А где я мог это посеять? Или это опять баг? Опять, может, на баге каком-то? Или я где-то что-то тыкнул? Но тогда оно должно было где-то выпасть, и по клавише Alt это должно было быть видно в теории. Ну, ребята тут нормальные. Я бы, конечно, предпочел не воевать, если есть такая возможность. А, вот этот караван, да? Так, ноги в зубы и бежать. Они пошли за арбалеты становиться, судя по всему. Бык взрослый. Ну и этот тоже такой хэп нормальный, бродячий торговец. С которым у нас не очень хорошие отношения. Ай-яй-яй, пыльная буря пошла. Еще привет. Ничего себе. Атакуй, наверное, вот этого, может быть. Бычару. Отлично. Быка вырубили, будет мясо. И торговца вырубили. Обобрать. Деревянный рюкзак торговца. Забираем. Меч. Забираем, у нас никакого нет. Каты. Ну, а остальное все вроде неинтересно. Что у тебя с инвентарем, кстати? Печалька, да? Тогда пускай малышка. Смотрите, сколько тут всяких вкусняшек. Сколько мяса. Которое можно будет пожарить. Боевой тесак можно выкинуть. Длинный тесак тоже, наверное. Так, и давай доска забирай. Вот это вне радиуса обмена? Серьезно? Подойди поближе. О, сколько еды. А что еще из такого, что нам не надо? Вот эти сапожки всякие ненужные можно тоже выкинуть. Сухпайок 125. Так мы лучше сухпайков, наверное, наберем. Это вернуть назад, а сухпайков затариться по полной. Ну и, конечно же, аптеки. Аптек много не бывает.
Куча рюкзаков самых разных. Мне срочно надо кого-то присоединить, чтобы я мог, ну, пораскладывать вещи, потому что я не могу все забрать. Обычное мясо вернуть. Такие вот штучки, вкусняшки. Наоборот, забрать. Стандартный класс ботинки скитальца, наверное, можно выкинуть. Только место будет занимать. И аптеки, да, наверное, было бы неплохо выкинуть. С другой стороны. Ну и ладно, пойдет. Длинный тесак, который мы выкинули. Беглый раб Плоп. Так, если мы сейчас нажмем следовать за ним. Куда он уходит вообще? Так, а если малышка его поднимет? Чё поднять ты не можешь? Поднимай. Он не дается. Короче, не хочет он с нами идти. Ну и ладно. Ну, а мы с вами планировали ранее идти освобождать рабов на следующий Holy Mines. Ну и, собственно, будем этого придерживаться. Сейчас самое главное мимо здесь пройти нормально, чтобы нас не атаковали. Там уже и стража, я смотрю, сменилась. Хотя нет, тот же стоит. А вот эти, которые караван приехал, они-то тут что делают? Бегают по территории, что-то там обыскивают. Ну, это уже не наша проблема с вами. Пускай как хотят. Вот и пришла наша компания к очередному месту рабовладельцев. Вот прошлое место, которое мы с вами зачистили. Вот мы пробежались и пришли сюда. Итак, проверяем. Оно немножечко не такое. Здесь всего три. Хотя похоже. Похоже во многом, но формы вот этих двух зданий не такие. Сейчас мы проверим, что тут за ребята. Часовой. 25-35 с таким можно драться. 27-35 тоже охрана. Точно так же отвлекаем на себя и вперед. Единственное, доску бы тоже под ближний бой заточить. Было бы замечательно. Можно будет выкинуть ее оружие. Подойдем сюда пока что. Своими персами. А вот мы видим, как сбегает раб. А, не, он не сбегает, он идет работать. Он идет работать. Доска в этом месте скидывает оружие. Скидывает оружие. Ну, как минимум, катану. Как минимум. В принципе, есть такая вот аптека. Так. Есть еще вот такая, наверное.
Хотя, в принципе, что одна, что вторая уже почти использованы. Вот такую давайте аптеку тоже выкинем. Не сильно, да, спасает. Такую можно еще выкинуть. У малышки есть меч краденый, который можно переложить сюда. Доска может конеруб выкинуть. Это положить сюда, это скинуть на малышку. И оно где-то пропало, наверное, да? Или вот это оно? Ну да ладно. Смысл не в этом. Берем своих ребят. И начинаем агрить на себя врагов. Сейчас мы можем отойти подальше. Походу нас заметили. Один, да, вроде? Говорят, работа лучше обезболивающая. Отходим сюда. Отводим, чтобы по нам турели, если что, не доставали. И вперед драться. Хорош. Легко его положили. У него просто боевой тесак. Можем его просто раздеть, попробовать. Шанс украсть 100%. А, мы его убили. С первого раза, я понял. Сейчас вот этого надо будет коцнуть. Отлично. Давай выбираться отсюда, говорит. Там внутри еще есть тело. Так, замечают здесь еще одно тело. Сейчас тревога поднимется. Рабы нам должны тоже помогать. Теории вот этого рабовладельца тоже стукнем. Хорошо, освободили еще одного. Он встал, его просто подвырубили, малеха, да? Хорошо, с колена зарядили. Пойдет. Так, еще один. Испорченными женщинами называет нас этот типуля. Эх, не попал. Ну, кстати, мне удивительно, что никто тревогу не поднял. Надо этого тоже добить. Свободен. Так, рабы вроде бы зашли сюда. Влево. Заходим и мы сюда. И один сразу поднимается на турели наверх. Этих двоих вырубаем. Так, надо подниматься наверх. Скорее,
Скорее всего, на турель сел, да? Да, стал на турель. Надо атаковать его. Ну, это даже хорошо, что он пошел за турель. Он ждал, пока мы выйдем, а... Ой-ой-ой, он нечаянно типа вырубил внутри. Так, теперь этого атакуем. Тоже за турель сразу становится. Потушили. Так, отпереть кандалы. Вскрыть замок. Освободить. Теперь тебе отпереть кандалы. Вскрыть замок. Освободить. Подожди меня, говорит. Можно взять на руку, наверное, да? Так, спускаемся вниз. Пробуем тогда зайти еще в это здание. Там на втором этаже есть охрана, кстати. А, у нас тут битва шла вообще-то. Чё они всё... А, они вернулись, потому что тут тело. Я понял. Не дают им выйти отсюда. Отлично. К порядку, говорит. Ой. Освободить. Зачем я его посадил? Наверное, замочки покачать для этого. Так. Атаковать цель. Пробили. Спускаемся на первый этаж. И идем, как и планировали, сюда. Теперь уже вроде никто не мешает. Так, а почему наши не могут идти туда? Есть какие-то объяснения? Я объяснений не вижу. Сюда. Короче, какой-то глюк, судя по всему, произошел. А, ну сейчас вроде нормально. Сейчас дало зайти. Прикольно, что рабы тоже помогают драться. Так, выбираем обоих. Отпереть кандалы. Открываем замок. Ну, замок легко должен вскрыться. Освободить. Еще кто-то есть тут? Не вижу. Второй этаж. Чисто. Так, ну мне надо каким-то образом все-таки пробраться сюда. Наверное, придется сохраниться и загрузиться, иначе не даст зайти. Вот я загрузился, и давайте проверим, могут ли мои персы сейчас зайти внутрь. Да, да. Теперь могут. Сейчас рабы сюда тоже зайдут. Мои персонажи. Вот доска и малышка. Следим.
чтобы им не очень сильно перепало. Так, малышка одного уже вырубила, второго вырубил доска. Отлично, еще одного доска вырубил. Так, а помочь вы не хотите? Хорошо. Это был кто? Паладин. Вот у кого мы сейчас заберем крест паладина. Замечательно. Так, ты как, без сознания просто, да? Сейчас восстановим. Я надеюсь, что этот к нам присоединится потом. Охранять, следовать. Так, тут надо подниматься на второй этаж. На втором этаже никого нету. Ну, получается, что все тогда. Тогда осталось только ограбить тут все. Книги. Пусто. Книги. Тоже книги. Покушать есть разные вещи. Что у нас? О, куча вкусняшек. Нас интересуют денежки. Со второго раза получилось их украсть. 640 катов дали. Так, что у нас в этом замке? Ничего интересного. Пергаменты всякие. Ничего. Ничего. Тоже книги всякие. Ну, на самом-то деле не так уж и много. Теперь мы можем, в принципе, выбегать на улицу. Тут есть еще одно тело. Рабы пойдут за нами. Блин, а как бы мне их присоединить? Вот мне интересно. Насколько это реально? Это кто? Тоже паладин, кстати. Доска может у него крест взять. Так, отлично. Первая помощь, давай. Мы тут некоторые вещи бросали. Сейчас доска побежит сюда забирать катану, наверное. Сухпайок. Сухпайок уже не влазит. Тогда мы что-то выкинем. Какие-то аптеки, которые уже начаты. Аптеки все равно проще находятся, чем сухпайок. Сухпайок гораздо более редкий. Ну что, доска, поднимай, наверное, этого. Ты поднимай вот этого. А как их к нам добавить, не знаю. Холимайн руины. Есть шахты, маленькое селение. Сквин. Можем попробовать еще в плохие зубы заглянуть. Посмотреть, что там. Побежали, наверное. Стоп, так надо обоих выбрать. Обоих выбрать и направиться в том направлении.
Тем более в том городе мы еще вроде не были. Не туда мы рабов, конечно, ведем, мне кажется. Так, давайте, наверное, остановимся где-то тут пока что, чтобы дальше уже двигаться вместе.